Шабалин Борис Сергеевич. Родился 2 января 1916 года в городе Елабуга, ныне Республика Татарстан. В 1920 году, после смерти отца, его семья переехала в Марийскую автономную область. С декабря 1941 года воевал на Южном, Юго-Западном, Втором Украинском и Третьем Белорусском фронтах. В 1942 году окончил Чкаловское танковое училище. За боевые заслуги в июле 1944 года Шабалин был награжден орденом Красной Звезды. В октябре 1944 года особо отличился во время боевых действий батальона при освобождении Прибалтики. Действуя в передовом отряде и ведя разведку на левом фланге, Борис Сергеевич первым ворвался в приморский город Паланген, разгромил оборону противника и вышел к морю, чем обеспечил выход основных сил корпуса на побережье Балтийского моря. Старшему лейтенанту Шабалину Борису Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».